Альфа-16. Тюрьма особого режима. Выходите на цель. Встреча в точке 303. Вас понял. Задача выполнена. Пристегнитесь. Стартуем с перегрузкой. Валарианские силы продолжают наступление в районе планеты Тевио. Судя по всему, войскам Федерации придется отступить. Возникает вопрос, как долго Федерация сможет продолжать удерживать свои колонии? Создается впечатление, что наше командование не способно остановить натиск противника. От одного из высокопоставленных офицеров стало известно, что в случае дальнейшего отступления готовится уничтожение важнейших стратегических... Мистер Кол, вас вызывают. Главное, что вы должны помнить, ситуация пока еще находится под контролем. И прежде чем поднимать шумиху в прессе, я бы настоятельно рекомендовал вам пересмотреть свое мнение. Я хочу представить вам Джона Кола, нашего специального агента. 7 часов назад произошло нападение на тюрьму Альфа-16. Детали выясняются, но известно, что одному человеку удалось сбежать. Разве побег одного заключенного повод для такого беспокойства? Заключенный Филипп Нэш. Ученый? Но он же умер 500 лет назад. Всю нужную информацию вы найдете в этой папке. Ваша задача — найти и доставить его обратно. Федерация находится в состоянии войны, поэтому не имеет значения, к каким методам вы прибегнете. Помните, эта задача важнейшая на данный момент. Мне казалось, что моя работа на военную разведку — более важная задача. Что бы вам ни казалось, мы готовы хорошо заплатить за поимку Нэша. И я очень надеюсь, что вы выполните работу быстро и без лишнего шума. Что ж, вам виднее. Мы засекли мощный остаточный сигнал выхода из-под пространства в районе Ветланда. С Ветланда вы начнете поиски. С кем я буду работать? С офицером службы информации лейтенантом Кристиной Миллс. Она очень надежный. Я знаю, Крис. Великолепно. Можете начинать прямо сейчас. Транспорт уже ждет. Желаю удачи, Кол. Заинтересовалась пограничная служба Ветланда. Что ты имеешь в виду? Они идут на перехват. Ну так действуй. Боюсь, один я не справлюсь. Почему? В моей команде одни новобранцы. Говорят, вы неплохой стрелок. Если пойдете первым номером, может, нам удастся проскочить. С удовольствием.
Это боевой крейсер. Если он успеет активировать систему наведения и ударит по нам, тогда от нас и мокрого места не останется. Сейчас нет времени праздновать. Как-нибудь при случае промочи горло. А теперь перебирайся на субмарину и скорее катапультируйся. Счастливо. Да, вот мы опять вместе, Кол. Я всегда с тобой, Крис. Из чего ты собираешься начать? Для начала отправлюсь на Омикрон. Там есть некий Квак. У него свои люди по всему Ветланду. Если кто что и знает о Нэше, то это Квак. Он что, твой приятель? Не совсем. Конец связи. Мне нужен Квак. Его здесь нет. Посмотри где-нибудь еще, умный. Ты, наверное, шутишь. Ты сдохнешь, если я начну шутить. Не надорвись. Не рыпайся. Я ищу Квака. Вы скажете, где он, или хотите присоединиться к вашему другу? Не слышу ответа. Квак на нижнем ярусе. Можешь воспользоваться телепортером в соседней комнате. Что ты здесь ищешь? Мне нужно поговорить с Кваком. Пропустите. Я ждал его. А, мистер Джон Кол. Вот вы и вновь почтили нас своим присутствием. Однако позвольте вас уверить, что все мои люди находятся здесь совершенно легально. Они свое отсидели и теперь чисты перед законом. Не сомневаюсь. Я ищу человека, который бежал из тюрьмы Альфа-16. Если ты мне поможешь, я сделаю так, чтобы федералы не слишком докучали тебе. Вы же знаете, Джон, федерация уже не имеет здесь того веса, что когда-то. Кого нам сейчас следует опасаться, так это валарианцев. Война идет не один год, и неизвестно, что будет через пару лет. Короче, что ты знаешь об этом парне?
Я ничего не знаю о беглеце с Альфа-16. Но все же я слышал кое-что, что могло бы вас заинтересовать. Правда, не ручаюсь за достоверность. Сейчас не знаешь, кому можно верить. И что же это? Несколько часов назад на энергостанции Синего Сектора кто-то наткнулся на труп в форме федеральных войск. Федералов на Ветланде нет уже много месяцев. И вот один из них появляется. Мертвый. Любопытно, не правда ли? Я проверю. Кое-кто на этой планете не слишком любит вас, Джон. Поберегите свою голову. Спасибо за совет. Кол, я перехватила переговоры полиции Омикрона. Они выслали несколько подразделений. У них приказ взять тебя любой ценой. У меня нет времени на разборки. Я вернусь в ангар через туннели. Туннели? Это же идеальное место для засады. Ничего, прорвемся.
Тебя пытались убрать, Холк? Интересно, что полиция хотела от тебя? Полицию Ветланда несложно купить, а у меня здесь немало врагов. Уверен, кто-то из них пообещал хорошо заплатить за мою голову. Так что у тебя для меня, Крис? Я выяснил, кто помогал Нэш убежать. Попробуй угадать. Это кто-то из наших. Как ты узнал? По словам Квага, в синем секторе нашли труп в форме федеральных сил. Думаю, это имеет отношение к побегу. Я выяснил, что Нэш помогает Хатамаре, агент класса А-11, агент экстра-класса. Но она должна находиться с заданием в совсем другом месте. Разве что она ведет двойную игру. Я направляюсь на энергостанцию. Если узнаешь что-нибудь еще об этой девице, перезвони. Внимание! Экипаж неопознанного корабля. Вы вторглись в пространство станции. Если вы не измените свой курс, ваш корабль будет уничтожен защитной системой. Извини, приятель, у меня что-то со слухом.
Всем подразделениям. В базе Си-21 в голубом секторе движется неопознанный объект. Атаковать и уничтожить. Нашел тело. Это Хатамари. Ее убили выстрелом в затылок. Девочку подставили. Ты узнала что-нибудь о ней? Пока я смогла узнать только то, что она была задействована в проекте Акелла. Это как-то связано с новыми системами вооружения. Постарайся узнать поподробнее, а я разыщу контрольный центр станции. В компьютере должна оставаться информация, кто был здесь до меня. Что случилось? Кто-то напал на базу. Мне пришлось уничтожить внешнюю защитную систему, чтобы добраться сюда. И вот результат. В контрольном центре должно быть ручное управление пушкой. Скорее! Thank you.
Слава богу, с тобой все в порядке. Ерунда, это всего лишь несколько торпед. Я в контрольной комнате. Включись к компьютеру и считай данные. Так, со станции исчезло несколько контейнеров с тритоном. И где они могут быть? Я попробую засечь их по остаточному излучению. Ага, в 300 милях к северо-востоку от тебя находится кислородная фабрика. Излучение идет оттуда. Я уверена, контейнеры там. Я проверю. Всем подразделениям уничтожить корабль противника. Внимание! Субмарина противника. Третье звено на перехват. Thank you.
Пространство вокруг фабрики прослушивается локаторами. Ты не сможешь пройти. Я могу послать зонд, чтобы отключить защиту. Они даже не успеют сообразить, в чем дело. Ты должен вывести из строя энергетические узлы. Это разблокирует шлюз. Какие узлы? Ничего, у меня остался еще один зонд. Thank you.
Защита отключена. Теперь я смогу войти. Нэш будет доволен. Да, мы неплохо сработали. Надо бы его отвезти. Вставай. Не двигаться. Медленно положи пушку. Что происходит? Магнитное поле, окружающее станцию, держит все двери закрытыми. Если ты уничтожишь 10 автоматических переключателей внутри станции, поле существенно ослабнет, и ты сможешь выбраться. Охране станции приказано не дать тебе уйти. Будь осторожен. Thank you.
Я был на волоске от смерти. Ты нашла что-нибудь о проекте Акелла? Все данные по этому проекту были закрыты 20 лет назад. И знаешь, приказ об этом отдал лейтенант Корбит. Генерал Корбит? Твой шеф? Это еще не все. Через 3 дня после этого его произвели в капитан. Но почему Корбит закрыл проект? Я перепроверю все еще раз. Знаешь, мне нужно немного передохнуть. Попробую добраться до колонии Дизайла. Там я отдохну и попробую спокойно все обдумать. Я узнала, что Нэш работал над созданием бомбы. При испытаниях его исследовательский корабль затонул. Если ты сможешь отыскать его остатки, может быть, появится какая-нибудь зацепка. Но это было 500 лет назад. Ты что, предлагаешь мне обыскать все океанское дно? Это случилось как раз неподалеку от Дизайра. Я знаю место, где произошел взрыв. Хорошо, давай мне координаты. База, это номер 1. Зафиксирована цель. Запросите позывные. Начинается.
Мне удалось кое-что найти в обломках корабля. Это блок памяти. Я еще не знаю, что там. Что-нибудь выяснил? Нэш вел исследование не для собственного удовольствия. Он работал на правительство. С чего ты взял? То, что я нашел, больше похоже на боевой корабль, чем на маленькое исследовательское судно. Так вот почему Нэша не казнили. Он был одним из избранных. Ты можешь мне послать данные, которые нашел? Уже отослал. Это дело значительно серьезнее, чем казалось на первый взгляд. Пожалуйста, будь осторожен, обещаю. Я направляюсь в колонию. Свяжись со мной, если появятся новости. Внимание экипажа неопознанного судна. Остановитесь и приготовьтесь к стыковке. Тогда вам будет сохранена жизнь. В случае неповиновения ваш корабль будет уничтожен. У вас минута на размышление. Через минуту ты станешь повежливее. We'll be right back.
Пол, я получила дополнительную информацию. Данные с корабля? Да, ты прав. Нэш действительно работал на военных. Он вел проект по созданию ядерной бомбы на основе нерадиоактивных элементов. Нэш был близок к ее созданию, но военные хотели получить бомбу немедленно. Нэш предупреждал о побочных эффектах. Тем не менее, был отдан приказ об испытаниях. Экологическое равновесие в результате взрыва было нарушено. На всей планете пошел бесконечный дождь. Пол, во всем обвинили Нэша. Почему его просто не убили? Не знаю, мне нужно еще время. Ладно, я пойду перекушу. Как только что-нибудь появится, звони. Приведите его ко мне. Назад. Медленно. Никаких разборок в моем баре. Добро пожаловать на Дизайр, мистер Пол. Извиняюсь за способ, которым вас заставили сюда, но один человек очень хотел вас увидеть. Нэш! Так это ты хотел остановить меня? Сейчас для вас не может быть ничего более важного. Это однозначно. Увы, слишком поздно. Сейчас уже никто не сможет помешать мне. Я знаю, что с тобой произошло. Но люди, которым ты хочешь отомстить, умерли сотни лет назад. Однажды тебя уже подставили. Теперь хотят использовать обиду. Верно, но я не хочу, чтобы все повторилось снова. Я решил посмотреть в глаза своей судьбе и выполнить то, что мне предначертано. И что же тебе предначертано? К сожалению, Кол, ты уже не узнаешь. Убейте его. Я угнал ховербайк. Ты можешь показать мне путь в доки? Боюсь, что нет. План станции зашифрован. Если выберешь неправильный путь, тебе придется начать снова. Ошибешься дважды, и ты погиб. Твой байк должен иметь отклоняющую защиту, но надолго ее не хватит. Будь осторожен, легко тебе говорить.
Времени в обрез, Крис. Я прицепил к Нэшу жучок. Ты можешь засечь сигнал? Подожди минутку. Это странно. Что такое? Сигнал идет с поверхности. Я всплыву и посмотрю. Не поднимайся высоко над водой, чтобы тебя не засекли. Хорошо. Твоя машина плохо подходит для перемещения над водой. Тебе нужно раздобыть красный корабль. Легко. Все в порядке. Дай мне координаты Нэша. Установи курс на 12.45. Пол, послушай. Проект, над которым работал Нэш, тоже назывался Акел. И работы над ним не прекращались. Работа продолжалась без Нэша? Не совсем. Нэша заморозили и поместили в криогенную капсулу, а проект был официально приостановлен. До тех пор, пока не прекратится дождь, испытания не смогут быть продолжены. К этому-то моменту Нэша и собирались разморозить. Но дождь продолжался более 500 лет. Да, в результате все это время Нэш был заморожен. Послушай, Кол, за день до побега Нэша работы над Акеллой были возобновлены. Похоже, у Корбита свои планы на оружие Нэша. Это он выкрал ученого. И Корбиту вовсе не нужно, чтобы мы вернули Нэша в Федерацию. Если он поймет, что мы докопались до этого, он решит убрать нас обоих. Корбит за это заплатит. Поменьше эмоций, Кол. В руках Корбита слишком мощное оружие, чтобы терять время, пытаясь свести счеты. Да, ты права. Однако хотел бы я поговорить с Корбитом, когда все это закончится. Этого не может быть. Я не верю своим глазам. Что? Что это? Острова. На всей планете не осталось открытой суши. Может, это облака? Я вижу скалы прямо перед собой. За ними какие-то сооружения. Прежде всего, попытайся вывести из строя систему защиты базы. Нэш должен быть здесь. Надеюсь, я успею остановить его. Удачи, Кол. We'll be right back.
Thank you.
сестры, долгожданный час наступил. Вот человек, который покончит с войной, принесет нам могущество и процветание. Этот человек – Филипп Нэш. Наше время пришло. Это однозначно. Создание нового оружия, равного которому нет во всей Вселенной, наконец завершено. Теперь мы сможем установить контроль над всеми планетами. И нет силы, которая могла бы нас остановить. Валарианская армада уже ожидает нас в космосе. Солдатам Федерации не удастся помыть сапоги в бескрайнем океане Ветланда. Мы начинаем наш последний бросок на юг. Наше последнее наступление на Федерацию. И у нас нет иного пути. Мы создадим новую империю. Могущественную и непобедимую. Yeah.
Сэр, только что из-под пространства вышел истребитель. Это наш корабль? Да, но он прибыл позже основных сил и не отвечает на запросы. Какой у него курс? 275. Он идет прямо на эсминец. Еще раз попробуйте установить с ним связь. Если это не удастся, уничтожьте его. Есть, сэр. Крис, крейсер валарианцев на орбите. Вызови истребителя. Срочно. Если Корбит узнает, что ты можешь уничтожить бомбу, он приложит все силы, чтобы остановить тебя. Тебе придется действовать в одиночку. Что делать? Слишком поздно, мистер Кол. Через несколько минут Федерация будет уничтожена. Ты ничего не сможешь сделать. Посмотрим, кто из нас успеет раньше.
Великолепная работа, Кол. Все должны гордиться тобой. Я знала, ты сможешь сделать это. Как там Корбет? В ярости из-за того, что ты уничтожил корабль. Сейчас его люди копаются в обломках крейсера. Знаешь, что мне нравится в Корбете? Что? А ничего. Только что стало известно, что валерианские части атаковали силы Федерации в районе планеты Эмиан. На данный момент федеральными войсками уничтожены основные боевые силы противника. Под непосредственным командованием генерала Корбета военно-космические силы Федерации уничтожили 6 боевых кораблей противника, в том числе и крейсер, оснащенный новым, мощнейшим планетарным оружием. Только благодаря храбрости и личному мужеству генерала Корбета удалось предотвратить...